Окружные полицейские продолжают бороться с незаконным отстрелом оленей. В нескольких населенных пунктах, где проходит убойная кампания, сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Тропа». Напомню, уже в этом году полицейские неоднократно фиксировали случаи незаконного отстрела оленей. С 29 ноября 2014 года поступило заявление о том, что в районе озера Кривое бригады номер 3 были обнаружены олени, убитые олени. Значит, туда была выехана незамедлительно следственная оперативная группа. Там провели следственные оперативные разные действия, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства, которые на данный момент обрабатываются. В последующем проводится мероприятие по розыску лиц, совершивших данное преступление, проводится проверка. При установлении лиц будет принято решение о возбуждении уголовного дела по данному факту. В целях профилактики и недопущения подобных фактов полицейские перешли на усиленный вариант несения службы в местах возможного отстрела животных. Ежедневно выставляются несколько мобильных групп, которые на снегоходах патрулируют места забоя оленей, а также основные направления их перегона. Кроме того, налажено взаимодействие с территориальными органами внутренних дел на районном уровне соседних регионов, которые граничат с Ненецким округом для обмена оперативно значимой информацией.